de la mano. Эдик, если бы ты смог настроить озвучку нормально, я была бы тебе благодарна. Не будешь ты мне благодарна, а больше не будешь. Кандалария. День сегодня отличный, и день, как всегда, ходит матом за рулем. Кандалария, сюда кушай. Холоднее чуть-чуть. Не хочу. Не трогай ничего. Пожалуйста. Солнце также будет припекать. А я не хочу простыть еще.
прозрачно прям. Пить хочется. Ваше место назначения будет справа. Затем ваше место назначения будет справа. Я так понимаю, мне нужно... О, стоянка. Ваше место назначения... Видишь, к ожиданию маракитки. Маракитки, не знаю, как правильно. Видишь, вот это деревья без шкуры, это лиственница. Говорит, это будто, так сказать, где-то поблизости остановится. Просто я не знал, что у деревьев есть шкура. Извини, дорогая. Ну, вот камеру не возьму.
нет? В общем, они растут по дороге от этого ресторанчика, где мы были. И? Где хочешь, если там можно остановиться. Сколько этих источников от венок не дала. Можно использовать вместо парика? Здесь катиться куда большое удовольствие к шарику. Там, где живет, вот мамина, мамина родители диване. Там в лесу, тоже снова лес, тоже такие рвы глубокие. Вот примерно в таких местах мы где-то грибы собираем. Ну куда-то, вот не ходи туда. Чем пахнет? Да я не чувствую, что не пахнет. А для чего эти шишечки? Ну, типа запах передают. Эвкалиптовый. Да это же гайка какая-то, фишечка. Нет, это плоды эвкалипта. Это гайка. Их закручивать надо. Их закручивать надо. Ну, возьми, домой привези. Вдруг они запахнут там? Ну, поставишься дерево. Это фишка. В Константиновке. О, вот это как? Бери пахучий. Чем-то пахнет, но не пойму чем.
сейчас на самом дерево пахнет. Он еще голый, сзади тебя. Ого! Куда идем мы с пятачком?